тяжелый матч. Хорошо, что выиграли, 3 очка нам очень важно. Вы знаете, что давно не играл, да, в Украине, давно не было матчей официальных. Сейчас потихоньку набираем форму и дай бог, что с каждым матчем буду все прибавлять и прибавлять, и радовать болельщиков. И надеюсь, что, точнее, уверен, что с командой большое будущее. Как сама ситуация с голом, как все случилось там? Ну, все быстро случилось, выполнил то, что мы наигрывали, куда нападающий должен открываться, хорошую передачу получил и, в принципе, замкнул. Все. Как вообще в команде после игры самочувствие, как эмоции? Очень хорошо, все радовались в раздевалке, все очень счастливы, довольны, что провели очень тяжелый матч и, главное, выиграли. На морально-волевых переиграли соперника. Соперник очень хорошо тоже играл, не давал создавать эти моменты, но мы дожали и выиграли. Это самое главное.